На кооперативной горел деревянный дом. Правда, начали тушить пожарные не сразу, им пришлось войти в горящую постройку. По словам очевидцев, внутри были дети. Поиски длились 10 минут, и огнеборцы так никого и не нашли. А потом принялись за работу. Потушить пламя им удалось за час. Огонь так и не успел перекинуться на соседние дома. Правда, это здание спасти не удалось. Оно выгорело полностью.